Доброго времени суток, господа. Давайте рассмотрим новый алгоритмический стейблкоин JET. На Cardano мы с ним, на базе Cardano. Посмотрим, что его ждет в будущем. Не повторит ли он судьбу известных СТ. Каковы перспективы? Что мы себе представляем? Карта рассматривается. Версклера. Чет. Ну так, ни о чем. Двоечка у нас будет. Пентакли. Двойка пентаклей. Человек по двойке пентаклей. Человек пытается остановить повозку. Такую слушательную. Вот. Попытка обретения вечного блаженства называется. Попытка. Попытка. Джет. Прошлое. Будущее. Что было, что будет. Непосредственно вверх небо. Низ. Это порог. Давайте то, что сейчас. Чем дело кончится? И на чем все это? Чем сердце успокоится? Так, смотрим. Ну да, как звезда анонсировалась по звезде. Ну, будет, во всяком случае, не выбор дорог. Не будет у него выбора дороги какой-то. Почему-то наверху у него подвешенное состояние. На пороге у него какие-то новости очень быстрые. По пажу. Ну, чей? Какой-то переезд. Ну, видимо, на площадку. Надежда. Не надежда, а на сердце. Под сердцем. Ну, так. Четверка кубков. То есть какие-то предложения, и никто не может выбрать, что за предложение. То есть, предлагают три варианта. И четвертый. Но здесь все отвернуто. Так, чем дело кончится? Дело кончится все вот пентакливые королевы перевернутые. Сердце успокоится тузом мечей. Неоднозначно. Неоднозначно. По будущему. Неоднозначно. Я бы не сказала, что это очень хороший расклад. То есть, да, ну так, детские эти. Детский профит. Так, смотрим. Задаем такой вопрос. Повторит ли этот алгоритмический стейблкоин судьбу UST, который Луна. Луна. UST повторит ли? То есть полностью соскамишься ли ты? Чет. Не сразу соскамишься. Ну, здесь да. Где-то перевернут подсказка. Да.
Ну, вообще-то так это. По двум картам, да. Неумеренность. Да, похоже на это. Да, скорее всего, да. То есть, большая вероятность скама в будущем, но не очень быстро. Не могу сказать, что это какой-то определенный временной период. Ну, в каком периоде, насколько, какой, то есть, временной континуум. Так, посмотрим. Или точно. Есть вероятность останется. Хорошо. Настоящий. Будущее. Он даже настоящий. Так, будущее. Из результата. Да, здесь в прошлом большие деньги и все такое получаем. Настоящее. Да, да. Есть по этому карту настоящее. Тоже очень хорошая позиция. Денежная, золотая такая. Будущее, да. Ну вот по будущему, к сожалению. Вот такой вот у нас персонали вылезает. Этот как пиковый паж. Защита. Паж мечей. Результат. Садыги спирит. Собирают девочки какие-то яблочки, фрукты. Ну, неоднозначно карта Садыги спирит. И здесь будет у нас дама. Справедливости долг. Дама жезлов. Справедливости долг. Ну, мое такое ощущение, что в этих садах-то... А вот смотрите, какой аллегорический рисунок здесь. Кто-то собирает, а кто-то не собирает. То есть, кому вершки, кому корешки по этим садам. Ну, однозначно, вероятность есть по садам спирит. Сады спирит. Это очень для меня интересно, что... Они конкретно обозначают Садыги спирит. Так, это у нас аркан будет. Аж 19-й аркан. Садыги спирит. Садыги спирит, 19-й аркан. Так, нимфы. Символ. Золотая яблоня с яблонями. С яблонками. Под ней гесперииды. Смотрите, а здесь такое прорицание. Не провороньте свои золотые яблоки. Счастье коварно. Так, сейчас все в порядке. Очень серьезный бизнес. Корпорации, биржи. И все такое остальное прочее. Так, исследование и многое другое. Так, сейчас все в порядке. Будет все в порядке, но надо не проворонить свои золотые яблоки. Золотые яблоки. То есть возможно даже это. Давайте откроем. Ну да, да, здесь, конечно, яблоки вот так вот проигрываются, перевернутая сила, то есть будет терять он силу. Опять-таки вот этот вот. Ну и медленно-медленно расти, большая прибыль, много-много эмоций по этому джеду. А в результате девятка, перевернутый пентакль денег. Да, скорее всего, его это... Скорее всего, сольют. Скорее всего, будет сливчик.
такая вот картина по цвету. По садам. Виспирит. Вот, непосредственно. Большая прибыль. Эмоции очень такие. Дамы. Переполняющие вообще ее. Ну, в результате этих ну, эмоций будет с них. То есть кто-то, допустим, часть инвестирует, ну, как алгоритмический стейблкоин. Вот, а потом непосредственно уже все это пойдет, сойдет на нет. Типа как, ну, допустим, у меня вот было UST. Там что-то я не помню, небольшая сумма. Вот, и, ну, и все, все сгорело, все, до свидания. Ну, это надо принять. Это риск, который существует. Очень рисковый актив. До свидания, удачи, всех благ, не болейте. Всего хорошего.